Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Дуплинская, я хочу немного рассказать вам о своем творчестве. Прошу прощения, что снимаю селфи, поскольку снимать меня некому. Родилась я в 1960 году в семье офицера. Закончила среднюю школу, затем педагогический университет и исторический факультет, заочный народный университет искусств отделения живописи и графики, училась в двух частных иконописных школах в Петербурге. Творчеством занимаюсь с детства. В настоящее время я член секции поэзии и прозы Союза писателей России Санкт-Петербургского отделения, член Профессионального союза художников России и Союза русских художников. По направленности своего творчества я импрессионист. Здесь за моей спиной представлены некоторые из моих работ. Таков вкратце мой творческий путь. Спасибо за внимание.